несколько килограммов. Иногда трудно понять, для чего может сгодиться та или иная лошадь. А с этой понятно. У нее большой потенциал. Нужно убедиться, что прошлое не повторится в будущем, поэтому нужно найти ей хороших хозяев, которые обеспечат ее всем нужным. Ведь она этого заслуживает. Она может дожить до 30 лет или даже больше, если за ней правильно ухаживать. Так что у нее впереди хорошая жизнь. И будущее будет намного лучше, чем прошлое. Мы об этом позаботимся. Лица, находящиеся под следствием или арестом, показанные в этой программе, снятые в период с апреля по август 2003 года, считаются невиновными, пока обратное не будет доказано.